Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам приехал такой вот новый электромобиль. Это BYD Queen EV Plus 2024 года выпуска. Если видите, тут 24 год. Машина абсолютно новая. Вся в пленочках. Проблема в следующем. Данный автомобиль должен идти ключ зажигания на 4 клавиши, закрыть и открыть багажник и паника. И такая карточка. Данную карточку нужно прикладывать, нарисовано левое водительское зеркало. К этому зеркалу прикладываете, там есть меточка, и машина открывается, работает бесключевой доступ. Также у машины был ключик с кнопками, оригинальный, но перевозчик, когда доставлял машину, он ключик раздавил. Осталось и корпусу, и лезвие. Самое главное — платье. Повредился процессор на платье, ну, вылетели микроключатели, кварцевый генератор, ну и трещина на процессоре. Это говорит о том, что ключик восстановлению не подлежит. Если бы процессор был бы целый, то можно что-то было изобретать. Машина на продажу, как новая, поэтому владельцу нужен целиком полный комплект. Это ключик и карточка. Карточка есть, ключика нету. Поэтому нам обратились, чтобы мы готовили новый оригинальный чип ключ зажигания на эту машину. Мы его запрограммировали. Ключик машины дистанционно закрывает и открывает. Смотрите, я закрываю, зеркало пошло, так? Открываю, зеркало снова пошло. И при нажатии на клавишу старт-стоп машина включается, зажигание, все начинает работать. Владельцу повезло, так как есть такие вот чип-ключи зажигания новые, оригинальные, есть организации, которые могут изготовить. Если у вас такие же проблемы с вашим бидом, электромобилем любым, обращайтесь, компания Akibai вам поможет.